Здравствуйте. Рассказывайте. А что рассказывать? Вот. Разморозили мы вчера скумбрию, да. Не стали ее потрошить, только помыл Саша ее и засолил. Вот в этом пакете, два пакета здесь. Да. Засаливал он так, 3:1. 3 столовые ложки соли каменной, ага. Плюс 1 столовая ложка сахара. Здесь у него получилось 6 столовых ложек соли и 2 столовые ложки сахара. Сутки. Ну, не сутки, ну, поменьше. Не, не сутки. Вечером мы вчера это все засолили. В 6 засолили, сейчас вот 11. Вот, сейчас он все это дело промывает холодной водой, обсушивает полотенчиками, кишочки выпускает. Голову отрезать мы не будем. Значит, обмакнем потом, чтобы не мокрая рыба была. И я ее свяжу шпагатом, чтобы она при копчении не развалилась. Дальнейшие действия покажу. Вот сюда тебе давай кляжу. Вот так вот. Сейчас разберемся. Удалишь. О, кровяная еще, ничего. Я думаю, старые нет. Не совсем старые. Пахнет как рыбой. Скумбрия такая вонючая. Одну рыбку я вот так сделала, завязала. Александр Иванович сейчас сделает по-другому. У него свой способ. Вот, у меня будет головой вверх, у него будет головой вниз. Давайте продолжайте в том же духе. Спасибо. Ты что, дедулька, уже все поставил, что ли? Да. А почему ты меня не позовил? Ну, я же должна была снять. Вот. Вот ну, такой кусок. Ну, посмотрите на него. Сказала, будешь ставить, позови, я снимаю. Вот такой. Сейчас по лысине тебе. Рассказывай давай. Сколько щепы насыпал. Ну вот ничего я не сняла, Саш. Посмотрите на него. Вот теперь хоть что. Для чего рыбу я покупал? Ольховые и сливовые щепы. Надо было показать, вот сколько ты... Вот такую жменьку туда раз и водичкой побрызгал все-таки. В тот раз мы... Какая жменька? Покажи жменьку. Вот такую жменьку. Вот бросил. Фольгой закрыл все. Застелил фольгой вот куда будет жир. Потом вот повесил. Потом вот уже градусник поставил, вот этот, и вывел туда в дымоход. Вот сейчас нагревает. До скольки будет? До 70 градусов. До 70. Да, и потом полчаса, и все. Ну, в общем, рыбу, как мы связывали, мы ее сначала повесили, чтобы она как бы обвялилась немножко. Часа 3, наверное, она у нас. Да, наверное, больше. Ну, часа часы. Да, 4 часа она у нас повисела. Чтобы с нее ничего не капало, мы ее обсушили полотенчиками и еще вот повисело 4 часа, как бы подвялилось. Но не на улице, потому что на улице у нас -10, вот дома здесь стояла.
Вот я там в спальне сижу, вижу и говорю: Саша, позови меня, Саша. Ну, а Саша... Ну да, Саша Суралмаш у нас. Я позову потом. Позовешь ты. Когда вытаскивать будем, она будет уже такая. Короче, 38,9 уже, вот температура растет. 40 уже подходит. Ну, небольшой огонь сделал, не надо. Ну, в общем, как Саша сказал, до 70 он нагоняет температуру, и после полчаса. Этого 30 минут. Ну, они все там, то есть здесь... Будешь открывать, Саша, попробуй, только не позови. Не, позову, позову. Вонь будет. Ты мне обещал, никакой вони не будет. Ну, пока нету. Пока еще опилки не нагрелись. Ну, Саша, я тут в спальне сижу, а он вот так вот втихушку там. Делами занимается втихушку. Ой, ну Саша. Вот видите у меня тут? Вот, видите? Вот. Вот. Ножки грею. Вот, обогреватель тут у меня. Сижу, вижу. Вижу, сижу. Сижу, вижу. Для Лялюньки, вот для этой. Вот тепленький комбинезончик вижу. Довел до 80 градусов и полчаса вот. До 70. И от 70 градусов, вот считай, полчаса при. Даже вот видишь, подымалось маленько. До 76 где-то вот так вот. Вот это пол, до, полчаса. Не да. До 80. Нет, не до 80, даже не доходило. Ну давай, разгружай, да его на балкон сейчас вынесем, пусть остывает. А потом покажем, что там у него. Получилось. Я вынесу прям с этой баклажки совсем. Ну, естественно, естественно. Слышно там конденсат, что ли, падает, шипит. Шипит сало. Что-то там. Сало? Да. Сало. Ладно, потом посмотрим, что там. Санёк вот так вот вывел туда, и нету такого сильного запаха. Ты прям как пионер, дед. А куда ты там вообще это? Вот сюда, вот она. Вот я засунула, она туда. Вот. Все поняла. В эту вытяжку. А ребята мне написали, вот это вот можно вот так... Круглая, она не гнется? Вот чуть согнулась. Да? Ребята написали. Написали мне ребята, да, на предыдущий мой отзыв, когда мы коптили окорочка, мне вот градус хаос написали, что вот эта штука, она может это... Сашка, а не сожгется, Саш, не сожгется об этот? Открою, конечно. Бегите, бегите. Ай-яй-яй. Не капает там ничего? Нет, вода вылилась, затвор. Напугал. У нас вчера такая была непогода. Намело снега. Но так вьюжило, так аж прям на улице слышно, вот метелька, прям зима настоящая прям. А, воды налил. Ах, Иваныч, ах, Иваныч. Ну, сам вытирай, я ухожу. Я ухожу. Сейчас видео переделывала. Накосячила там немножко. Два раза смотрю. Ой, начала смотреть, обалдела. Давай удалять все да переделывать. Тебе зачем? А утонить меня тогда воспитывать будет. Эх, ты свет включил. Ты кушать, что ли, захотел? Да нет. Ну что ты... Не вижу я. Сжег, наверное, все. Может быть. За 30 минут. Ох, ё-моё. Ну, треснул немножко, наверное, перетерпел. Да ну не вся же, вот здесь-то ничего не треснуло. Ну ничего не треснуло. Вот это вот только одна. Только не знаю. А что это у тебя все по-разному? Хвостами вниз, одна моя вверх? Да.
Да, вот она и не треснула, твои все треснули, да? Что, вытащить, что ли? Пошли. А, противень, подожди, я сейчас опущу, я сейчас противень возьму, на противень рыбу положу. Пахнет копченым. На противень рыбу положу. Копченым пахнет. И уже там посмотрим, что там. О, свет разгорелся у тебя тут. Ну, потому что это... Ну, так электрика же. Да. В интернете пишут, что вот это копчение, это все это яд для организма. Читал? Читал. Смотрел? Читал, смотрел. Смотрел, читал. Ну, прям сейчас пробовать тогда будем. Да? Зачем? Ну, время 6. Ну. Ну, пора уже ужинать. Ух ты. Что за кино ты смотришь? Ой, извините, сломала я ваш, ваш телек. Тронуть нельзя. Ага, моя рыбка самая целая. Точно. Эх, дедайка, дедайка. Тебе бы укусить-то. Ну, укуси где-нибудь, возьми. Посоли, во. Как ты говоришь, трое суток кто-то замачивает, там вообще голая соль будет. Трое суток. Не-не, правильно говорят. На ночь надо. Солить и все. Давай одну съедим сейчас прям. Вот эту давай. Давай. Давай, я ее тут пощипала. Ну, я не буду руки пачкать. Я поэтому полез за тарелкой. Давай. Порви ее руками, прям порви, мы ее съедим с хлебушком сейчас. Вкусно. Горечи нет. Я все думала, как он говорит, жмень. Ольхиты это, или что, или там бруньков этих положил. Как называется-то? Щипы. Щипы положил, думаю, ну, наверное, много, чересчур будет. На тебе ножницы, дедулька, на. Мне кажется, щипы надо поменьше, и поменьше это не 30 минут, а 20 минут. Может, ну, мы еще не попробовали так-то. А так, я уже попробовала. Так-то может быть, как она будет себя вести это. Еще не рота не отдает. Рота, что ты? Оп, голову свернул ей. А там еще нитки. Где нитки? Ну были, я не видел. Ну и ладно, пошли быстрее. Ну, в общем, пробуем, скажем свое мнение.